Северском районе начались открытые сессии советов поселений, на которых главы местных администраций отчитываются о проделанной за минувший год работе. 25 января состоялась первая в Шабановском сельском поселении. Общая сумма расходов бюджета Шабановского сельского поселения Северского района за 2023 год составила 4 959 тысяч рублей. На эти деньги проводились все необходимые работы по благоустройству и поддержанию санитарного порядка. Нарезались кюветы, грейдировались и отсыпались улицы. На безвозмездные благотворительные пожертвования, поступившие в бюджет, закупили спортивное оборудование, которое вскоре установят, и разработали схему газоснабжения. Один из самых актуальных вопросов для жителей сел Шабановска и Тхамаха – это газ, которого в поселении пока нет. Кроме того, пришедшие на сессию представители общественности озвучили ряд вопросов по качеству дорог, частым потоплениям и электроснабжению. Свет выключаем без предупреждения, во-первых. Во-вторых, если выключили, это на сутки, на двое. Если свет отключают, естественно, что мы остаемся без связи. Обратиться, вызвать скорую помощь невозможно. В экстренные службы невозможно позвонить, МЧС вызвать невозможно, все, мы сидим отрезанные от всего. Людей, особенно молодых родителей, беспокоит отсутствие выездов врачей из поликлиники соседней станицы Смоленской. Ведь попасть туда по записи или без очереди пациентам из отдаленных Тхамахи или Шабановского практически невозможно. Рассчитывают жители только на помощь местного фельдшера. Мы с главным врачом обсудим, и раз в месяц педиатр к вам будет однозначно лежать наряду вместе с врачом-терапевтом. Основной проблемой, как и прежде, назвали нехватку медицинских специалистов. В целом, деятельность главы Юрия Баранова депутаты признали удовлетворительной. Положительную оценку дал его работе и глава района, выразив при этом благодарность жителям, пришедшим и озвучившим свои замечания и вопросы. Все мы здесь для того, чтобы жизнь здесь была лучше, краше. Понятно, что бюджет небольшой, дотационный, на все сразу средств не хватает. Но Юрий Юрьевич старается из того, что у него есть бюджета, все пустить в дело, все пустить на развитие сельского поселения.